Бог хочет тебе помочь сегодня. Господь совершает великую работу сегодня в твоей жизни. И сегодня эта молитва, это ответ для твоей жизни. Передача «Время» выходит благодаря ежемесячной поддержке партнеров служения апостола Владимира и Виктории Мунтян. Дорогой друг, ты пережил благословение через просмотр передачи «Время». Бог чудным образом исцелил тебя, освободил, наполнил твое сердце миром. И прямо сейчас, через партнерство, ты можешь стать частью работы, которую совершает Бог сегодня по всему миру. Через твои финансы Бог достигнет тех людей, которые имеют нужду в том, в чем ты уже приобрел благословение. Спасибо тебе, Господь, когда мы будем видеть эти свидетельства, мы будем вспоминать этот день и благодарить тебя, и славить тебя, и хвалить тебя. Там, где было родовое проклятие, там, где бесы атаковали твою личную жизнь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Когда приходит помазание, бесы разлетаются в стороны. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на передаче «Время». И мы очень рады каждому из вас, потому что в этот день, в этот час ваша жизнь, она полностью изменится. У вас есть сейчас несколько секундочек, чтобы поделиться этой ссылочкой с близкими, родными, чтобы они могли вместе с вами радоваться и переживать великого Бога. А сейчас хотелось бы показать вам несколько свидетельств того, что делает Бог сегодня на земле, того, как Он проявляется. Давайте посмотрим с вами вместе эти великие чудеса, которые совершает Дух Святой через молитву апостола, через молитву пастор Виточки. Итак, внимание на экран. В 2017 году от меня ушла жена, потому что начал выпивать. Выпивал крепко, после этих событий пить начал еще больше. Потерял бизнес, разбил машины. Все это время моя мама за меня молилась. Но когда она мне начинала рассказывать о Боге, я впадал в агрессию, у меня было агрессивное состояние. Я
пьяный, кричал на нее: «Оставь меня со своим Богом, перестань за меня молиться, не портите мне жизнь вашими молитвами». В 20-м году очнулся у матери, не мог ни есть, ни пить, все, что я съедал или выпивал, все выходило, организм полностью не принимал. Меня положили в больницу и поставили диагноз цирроз печени. Я потом узнал, что они мне давали жизни полтора месяца. Сказали, что через полтора месяца я просто, ну, моя печень окончательно развалится. На самом деле было плевать, было, ну, абсолютное безразличие. Мне не хотелось жить. За то время, когда я лежал в больнице, ко мне приходила только мама и верующие люди. Единственное, что вызвало у меня чувство благодарности внутри меня, что-то произошло, когда верующие люди сдавали мне кровь. Так получилось, что никого не оказалось, кто бы мог для меня это сделать. И это были верующие. И когда я лежал в больнице, думал, когда я выпишусь из больницы, я куплю торт, приду к ним, поблагодарю их и выпью с ними чая. Я начал ругаться с заведующим, я говорю: «Что вы делаете?» Я говорю, я уже практически ходить не мог. Я спустился с 4-го этажа на улицу, и потом, поднимаясь, я еле-еле поднялся. Ноги перестали ходить. Я потом, когда в больницу, после выписки, пошел к терапевту в больницу, шел там, ну, я еле ходил. И была как раз моя маршрутка, и я как-то по инерции хотел до нее побежать, до маршрутки. Я реально делаю 2 или 3 шага, и я понимаю, что я сейчас просто лицом лечу вниз, в землю, потому что ноги у меня абсолютно не слушаются. У меня тело вообще было, ну, ноги не ходили. Я очень хотел отблагодарить верующих людей за их помощь. Но из-за моего состояния я сам не мог приехать на храм. И тогда меня привезли. Я приехал сказать им спасибо за ихнюю доброту, что ли. И когда я пришел на домашнюю группу, я не думал, что я буду каяться, обращаться к Богу или что-то еще. То есть я просто пришел сказать спасибо. Я зашел, посидел, послушал. Мне даже вставать было тяжело, в принципе, стоять было тяжело, я сидел. Я даже не знаю, в какой момент это произошло, или молитва это была, или пение, ну, прославление. Бог меня коснулся. Вот когда на тебе есть большой-большой груз, и с тебя его снимают, это был в сердце, пришел покой. Вот так скажу, сказать это правильно, это был покой, это был мир, это была радость. И тогда я понял, что именно Бог поможет мне, исцелит меня. Я начал смотреть проповеди апостола, читал книги, приходил на служение, и через несколько месяцев я уже был партнером. На первый саммит я попал в декабре месяце. В декабре я попал на саммит. Особо, может быть, там, что прям все понимает, не понимал, но все 3 дня Бог меня касался. Бог меня наполнял, мы смотрели в зуме. Я каждый день саммита я переживал его присутствие, его любовь, его милость ко мне. Вот. И я уже тогда верил Богу, что я буду проходить комиссию весной, и я буду здоров, я буду исцелен. Я просто верил Богу, тогда уже благодарил его за это. Биохимия крови, все органы внутренние, все это я прошел, и у меня все хорошо. У меня билирубин 16,8 единиц. Все органы в норме. И цирроза у меня нет. Бог меня исцелил. И еще я обещал Богу, что я его прославлю. Когда это произойдет, я обещал, что приеду в Киев, приеду на саммит и буду об этом говорить со сцены. В моей жизни Бог явил себя чудным образом. То есть это была его любовь, милость. Он прикоснулся ко мне через учение апостола. Если бы не Бог,
год назад я бы уже не жил, я бы просто умер. Как говорили доктора. То есть благодаря Богу я живой, здоровый, стою здесь, прославляю Его, благодарю Его. Слава Богу, я это сделал. Сегодня, благодаря учениям и молитвам апостола, Игорь жив, здоров, полон надежд и новых возможностей. Он посещает все служения, участвует в мероприятиях и благодарит Господа за новую жизнь. Вы теряете способность вообще угодить Богу, когда происходит с вами вот эта вещь, что вы начинаете плотские мысли допускать. Жена Лота, смотрите, а ей Бог сказал, ангелы сказали, не оборачивайся назад. О чем шла речь? Вот когда в мыслях ты уже пошел в новом, говорит, не оборачивайся назад, чтобы посмотреть на старое. Соблазн – это самое страшное. Когда Иоанн Креститель послал учеников к Иисусу спросить, ты ли тот? Иоанну пришли сомнения, ты ли тот? То Иисус, он ответил конкретно, не я тот, или еще что-то он сказал, слепые видят, глухие слышат, хромые ходят. И говорит, и блажен, кто не соблазнится о мне. Вот вдумайтесь, блажен, счастлив, высшая стадия, грань счастья, кто не соблазнится о мне. О, подождите, а почему блажен? Ну, потому что есть или вера в то, что Христос – это Сын Божий, или соблазн, понимаешь? То есть я соблазнился, Бог мне не поможет, Бог меня не поддержит, у апостол он нехороший, я пастор нехороший, церковь нехорошая, я нехороший, в конце концов, на себя начинаешь говорить. Любой соблазн – это не Бог. Любой соблазн – это несет поражение, это то, что невозможно. Не может такой человек в соблазне живущий иметь вот такую вещь, благодать такую, чтобы угодить Богу. Вы должны это знать. Ты не угодишь Богу никогда, если ты будешь в соблазне. И дальше говорится, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. То есть вот эти серьезные слова, заявления, понимаете? Потому что часто люди наполнены духом антихриста, духом противления. Представляете, когда человек воюет в мыслях даже против того, кто несет помазание, он даже не понимает, что он наполнен духом антихристос. Христос – это помазанник, то есть помазание. Анти – это против. И получается так, что как антипомазание, то есть дух противления, дух антихриста, он берет и наполняет человека, и он начинает прям чуть ли не миссию выполнять какую-то, понимаешь? Разрушать что-то служение. Это все. Говорит, зато-то не его. Поэтому ни в коем случае, если вы вдруг попали в такое где-то, отрекитесь от этого сразу же. Я наполнен Духом Святым. Как Иисус говорит, если бы вы знали Отца, вы бы знали меня. Если вы знали меня, вы бы знали Отца. Потому что я от Него пришел. И вот смотрите дальше. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса. Смотрите. А если Христос в вас, 10 стих, то тело мертво для греха, но дух для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. То есть воскресение мертвых ждет всех. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Скажи со мной, амен. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божьим, 14 стих, суть сыны Божьи. Потом мы дальше прочитаем. А сейчас вы должны услышать меня. Вы должны умерщвлять духом. То есть дух исходит от слова. Вот где секрет. Понимаете? Обновление ума от слова. Дух ума обновляется от слова. Духом как можно умертвить дела плотские? Когда ты слово принимаешь, ты выстраиваешь стену, дух ума, атмосферу. И духом ты умерщвляешь дела плотские. И тогда ты уже можешь быть и водимый Духом Святым. Потому что сначала на уровне своей плоти, своего духа, вот здесь происходит борьба. И ты должен произвести вот победу здесь. Но как? Через слово. Потому что в начале было слово. Библия начинается, в начале сотворил Бог небо и землю. В оригинале, в иврите, в начале Бог сотворил небо и землю. Кажется, перемена слов, но на самом деле суть. В начале Бог.
Вот, понимаете, о чем речь? Поэтому сейчас вы должны наполниться вот этим пониманием. Плотское мышление. Что это? Это неверие. Самый страшный грех. Вот представьте, сколько грехов есть. Но когда будут судилища и судить будут человека, судим человек будет за неверие. За то, что не уверовал в Сына Божьего. За то, что не уверовал, а Сын Божий — это Слово. В Слово не уверовал. Все неверующие осуждены. Представляешь себе? Ужас какой. Ты должен подумать сейчас об этом. Что неверие, сомнение, соблазн, колебания. Вот поэтому Библия говорит, 10.38, евреям послание, говорится, что праведник верою жив будет. А если кто поколеблется, то не благоволит к нему душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души, Павел говорит. И вот здесь вы должны понять, что плотское мышление – это сомнение, это колебание, это неверие, это непринятие, это неподчинение Слову, которое сейчас ты слышишь. Потому что я тебе говорю слово из Писания, я тебе говорю то, что ты должен веровать Слову. Ты должен веровать, что Христос, Агнец Божий, цена заплачена, причины нет, благодать льется на тебя независимо от дел. Тебе нечего уже тут искать основы, чтобы прийти к Богу. Основы во Христе. Ты приходишь не через дела закона, не через дела свои, чтобы к Отцу прийти, а через жертву Христа ты приходишь к Отцу. Он говорит, я есть путь, истина и жизнь. Вот здесь начинает Дух Святой работать. Как только ты касаешься жертвы Христа, как только ты касаешься Его пролитой крови, Его жертвы, как Агнца, веровать в Него, как личного Спасителя, вот здесь Дух Святой сразу начинает касаться тебя, работать. Сразу же Дух Святой начинает работать. И у тебя начинает рождаться вера. Вера такая, ну, извиняюсь, просто, ну, как вера, безумная вера, понимаешь? Вера, в которой даже нет никакого основания, никакой человеческой логики. Ты просто веришь, что Бог любит тебя, и все на этом. Веришь, что Он доказал свою любовь. Как ты можешь сомневаться в Нем? Он травмирован этим. Знаешь, Богу больно от этого. Это ранит его сердце, что ты не веришь в Его совершенной любви, которую Он тебе доказал. И вот здесь ты, когда начинается в четвертом измерении движение, ты должен понять с Духом Святым, попроси Духа Святого, чтобы Он помог тебе познать Христа. Попроси Духа Святого, чтобы Он помог тебе двигаться в размышлениях, двигаться в молитве. Попроси Духа Святого, чтобы Он научил тебя мыслить по Духу. Попроси Духа Святого. Ну ты, вот это же секрет я рассказываю, что все началось, все на жертве Иисуса. Все с Иисуса начинается. Он говорит, альфа и омега, начало и конец. То есть, когда ты в Иисуса, вот просто все свое мышление, все, что ты знаешь, вот в Иисусе ты имеешь. Ты без Него, все, ты обречен, ты нищий, ты безнадежен, ты поражен. Все, без Него тебе конец. В Нем ты 100% победитель. Поэтому в Нем, и ты в Нем усиливаешься, укрепляешься каждый день. Укореняешься, утверждаешься в Божьей любви через познание Иисуса. Вот это то, что тебе нужно. И ты должен это понять. Не сомневайся ни в чем, о чем идет речь. Вот ни в чем. В Иисусе никогда не сомневайся. Дух Святой начинает, Он дает тебе мечты. И ты начинаешь мечтать. И ты начинаешь мечтать. И знаешь, вот мечта. У меня, представляешь себе, кажется, такие духовные вещи мы говорим. А у меня мечта была, когда я пережил благословение. И это была тайная мечта. Я знал, что я хочу увидеть это. Я хотел Мерседес. Черный Мерседес. Автомат, коробка, стеклоподъемники, красивый, черный. Чтобы он был, ну, просто супер. 124-й кузов. В то время это все было самое лучшее. И знаешь что? Я знал, что это невозможно. Ну как это? Я указываю детали. Черный. Вдумайтесь, черный. И я понимаю, что я же не должен его просто искать, найти или еще что-то. Нет, он должен прийти от Бога, раз он меня благословил. Это мое желание, пусть свершится чудо. Черный, коробка-автомат, я в жизни на ней не ездил в то время. Стеклоподъемники. И тут нам звонят, представьте себе, вдруг звонят с Черновцов и говорят, вот, продает директор СТО, свой Мерседес продает. Ну, представьте, какое там состояние этого Мерседеса. Какой он крутой, если это вообще он свое СТО держит. И у меня денег ни копейки. И тут мне звонят и говорят, что вдруг оказалось, что много лет мне передавали поддержку от какой-то миссии. И я просто в шоке. И какой-то там руководитель украинский украл эти все деньги, оказывается. И говорят, что взяли и деньги эти все-таки забрали и передали мне. И я должен приехать в Киев их забрать. А я поехал в Киев, забрал эти деньги, и еще ко мне пришло 3600, там даже больше. И до Черновцов через Киев доехал, вот так в поезде, помню, доехал,
вышел за полчаса, там 20 минут, просто я ничего не понял там вообще, может 10 минут даже. Но я помню, зашел мой помощник, что-то подписал и вышел. И все, я ничего не понял, почему так быстро. Я даже хозяина не видел этого Мерседеса. Я сел, я не знал, как ехать. Я проехал часть дороги там немножко вообще, там с городом вот даже не выехали. Я встал, я говорю, я не знаю, как на нем ехать вообще. С этой коробкой автомата, я не понимаю ничего. Сел помощник, и он тоже такой же был. Ну, он, у него получилось, он мне уже там это сюда, это туда. Для меня было непривычно, я начинал давить там на сцепление, машина дергалась, потому что там нет сцепления, там сразу тормоз. И, короче говоря, друзья, вы должны знать мечты, они начинают приходить. И даже самое такое, ты должен понимать, Бог стоит очень часто за такими даже вот вещами. И мечты, он сбывается, благоволение через жертву приходит на тебя. Через жертву приходит благоволение. Благословение приходит. Понимаешь, ты слово возвышаешь, и благоволение приходит, твоя жертва обретает тебе благоволение. Ты начинаешь мыслить по духу, ты начинаешь верить. Все не верят, все такие, да мы умные такие. А ты говоришь, а я не умный, я во Христе Иисусе самый мудрый. Поэтому я верю Иисусу, я верю в сверхъестественное, я верю, что это придет ко мне от Бога. Я не знаю как, но поверь мне, Бог всегда покажет разницу между праведником и нечестивым, между живущим по плоти и живущим по духу, мыслящим по плоти и мыслящим по духу. Дорогие телезрители, и вот настал этот момент, когда уже через считанные секунды апостол Владимир, он будет делиться с вами словом и будет молиться. Дух Святой, он будет мощно действовать в вашей жизни, там, где вы находитесь. Приготовьте себя прямо сейчас, ожидая этой молитвы, ожидая этого слова, потому что Дух Святой, Его присутствие, оно уже начинает наполнять то место, где вы находитесь. Оно уже опускается на вас. И пусть сейчас эта молитва, которую вы услышите, это слово, которое сейчас, оно уже, знаете, послано в вашу жизнь. Через несколько секунд пусть это будет слово специально для тебя, и ты не пропустишь и не упустишь его. Итак, друзья, внимание на экран, апостол Владимир. Отец Небесный, во имя Иисуса мы приходим к Тебе. И мы благодарим Тебя за уходящий год. Мы благодарим Тебя за 21 год. Спасибо Тебе, Великое, спасибо Тебе миллион раз за все, что Ты сделал, Господи, в эти годы. Спасибо Тебе и за этот год, который прошел. Мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе от всей души, от всего сердца. Спасибо Тебе, Господи. Хвала Тебе, Боже. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя, Боже. Возьмемся за руки молитвой согласия, будем молиться. Мы соглашаемся, Боже. Мы благодарны Тебе, Господи, в этой благодарности. Мы поклоняемся Тебе, мы согласны. Господь, мы в согласии. Просто возносим Тебе хвалу и славу за этот год, за то, что Ты работал над нами, Боже. И, Боже, Ты явил свою славу тысячи раз, Боже, миллионы раз. Спасибо Тебе, Господь мой. Аллилуйя. Хвала Тебе, Боже. И сегодня, Боже, мы соглашаемся молиться за 22-й год, Боже. И мы молим Тебя, Господи, помазание Твое пришло. Мы молим Тебя, Господи, благослови 22-й год, Боже. Господь мой, пусть он будет для всех нас, Боже, особенным годом всей миссии. Ты протянул руку и благословил миссию. И пусть вся миссия, Боже, будет в страхе Твоем, Боже, ходить в святости Твоей, Господь мой, в чистоте Твоей, Боже мой. Боже, пусть вся миссия будет наполнена ревностью по Тебе, Боже. Благослови, Господь, ревностью по спасению душ человеческих. Боже, этот месяц, Господи, мы соглашаемся и молим Тебя, Боже, благослови, чтобы он с первого дня был месяцем, Боже мой, полного посвящения, основания, фундамента, Боже мой, подготовки, Господи, к саммиту, подготовки к годовщине миссии, Боже, подготовки к этим великим дням, Господи,
когда ты будешь являть свою славу, чтобы твоя слава, Боже мой, она явилась, Боже, мы молим тебя, благослови этот саммит, благослови этот месяц, благослови этот саммит, Господь мой, ты благослови, Боже, пусть слава твоя явится, Боже, в этом месяце, пусть огонь твой сойдет, Боже, на твой народ, огонь твой сойдет 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 на твой народ во имя Иисуса, огонь твой сойдет на твой народ, Боже, во имя Иисуса, Сына Твоего, Иисуса Христа, Сына Твоего, Господа нашего, мы молим Тебя, огонь Твой сойдет на Твой народ, Боже мой, пусть спасение душ, Боже, это будет сверхъестественное действие Твоего помазания, Твоей силы, Твоего Духа, Дух Святой, пусть Твое действие будет спасение людей, Дух Святой, пусть Твое действие будет в жертве, Дух Святой, пусть Твое действие будет в этом саммите, Боже, Дух Святой, пусть Твое действие будет в этом месяце, как в фундаменте, в основании, Боже мой. Благослови, Боже, этот месяц, Дух Святой, твори чудеса, этот саммит будет Твоим чудом, Отец Небесный, Твоим чудом, явлением Твоей любви, Боже, для множества людей, пусть там будет множество чудес и исцелений, Боже мой, избавлений, множество людей, которые обречены, Господь мой, множество людей, Боже мой, яви свою славу, Боже, яви любовь Твою, Отец Небесный, явлением Твоей любви, Иисус, явлением Твоей благодати, Боже мой, этот саммит да будет явлением Твоей благодати, Боже мой, явлением Твоей благодати, действием Твоей благодати, Боже, Дух Святой, Иисус, мы молим Тебя, явлением Твоей благодати, явлением Твоей благодати, явлением Твоей благодати, явлением Твоей благодати, Боже мой, явлением Твоей благодати, этот саммит да будет явлением Твоей благодати, Боже мой, Твоей великой благодати, Боже мой, великой благодати, Дух Святой, мы молим Тебя, и, о Боже, да будет это явлением Твоего деяния, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, двигайся во всей земле, говори в сердцах во всей земле, Боже мой, Дух Святой, пусть этот саммит будет сделан Тобою, Дух Святой, Дух Святой, пусть он будет сделан Тобою, Дух Святой, пусть все это будет сделано Тобою, Дух Святой, мы молим Тебя, Дух Святой, мы молим Тебя, Дух Святой, мы молим Тебя, Дух Святой, спасибо Тебе, Боже, аллилуйя, и мы, Боже, соглашаемся, Боже, и молим Тебя, благослови, Отец наш, благослови, Иисус, здравствуй, благослови, Дух Святой, сотвори Ты, Дух Святой, да будет это Твоим действием, Дух Святой, этот саммит, этот месяц, да будет он действием Твоим, Дух Святой, соглашаемся и молим Тебя, да будет действие Твое, Боже мой, действие Твое, Дух Святой, помажь миссию, мы молим Тебя, помажь миссию. Помажь миссию, мы молим Тебя. В этом году Ты сказал, что это будет год, когда начнется спасение людей, движение в спасении людей. Ты будешь двигаться, спасая души. Это год спасения, это год, когда через нас будут спасаться души, когда ангел будет записывать их на небе, в книгу жизни, когда будут избавлены, обреченные, когда будет дано долголетие тем, которые должны были бы умереть. Но, Боже, мы молим Тебя, Дух Святой, помажь нас, Господь, в это время, помажь нас, Господь, помажь всю миссию, Боже мой, помажь, Господь, говори внутри, помажь, воспроизведи хотение и действие по Твоему благоволению, помажь, Господь мой, подними в духе, Боже, страсть, желание по спасению душ, открой все двери, открой все ворота, пусть не затворяются, Боже, пусть двери открываются и ворота не затворяются, двери открываются и ворота не затворяются. О Боже, Ты дороги уравняешь, горы уравняешь, Господь, медные двери сокрушишь, железные запоры сломаешь, Боже, аллилуйя, Господь мой, Бог мой, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Помажь нам всю миссию. Мы соглашаемся все вместе, братья и сестры, и молим, Дух Святой, помажь всю миссию на спасение душ по всему миру,
по всей земле, по исцелению больных, помажь, Господь мой, Господь, помажь на ходатайство, помажь, Господь, на исцеление больных в правительстве разных стран, Боже мой, правительство разных стран, правительство разных стран, правительство разных стран по всей земле, да будут исцелены они, да будут они рождены свыше, да будут они, как царь Кир, помазаны на то, чтобы помогать, помазаны на то, чтобы открывать Евангелию двери, да будут открыты цари, питателями будут срезы, кормилицами. И ты сказал это, Боже, мы будем священниками твоими, Господь мой. Пусть помазание твое действует, Боже, помазание твое действует. Помазание твое исцеляет больных. Помазание твое отвечает, Боже. Помазание твое разрушает проклятие. Помазание твое исцеляет от самых неизлечимых болезней в правительстве разных стран, Боже мой. О, Боже, везде, на всех уровнях, Боже, каждый человек, Боже, самый брошенный где-то, пусть он будет достигнут нашей молитвой, Боже, и ты услышишь, и по молитве нашей избавишь его, Боже, избавишь его и всякого, кто обратится, всякого, кто услышит голос, Господь, только даже голос мой, Виточкин, Боже, когда мы будем призывать тебя, Дух Святой. Пусть он будет переживать силу твою. Пусть он переживет избавление твое, исцеление твое. Какой бы ни был болен болезнью. Какой бы ни был болен болезнью. Каждая мать, которая молится за своего ребенка, услышав, увидев передачу, в этом году, Боже, пусть придет исцеление к ребенку, какой бы ни был болен болезнью. Какое бы проклятие ни было, когда человек услышит только голос Виточкин, голос мой. Какой бы ни был он болен болезнью, да будет разрушено всякое проклятие, каким бы проклятием он проклят не был, да будет разрушено всякое проклятие, родовое, наведенное, приобретенное, да будет разрушено проклятие, да будет разрушена всякая болезнь и немощь, исцеление твое да придет. Мы соглашаемся по всему миру, везде, где услышат голос наш, Боже. Везде, Боже, везде, да будут исцеления Твои. Каждый человек, который услышит, какой бы ни был одержим болезнью, да будет исцелен. Пусть помазание Твое, как возмущение воды в купальне этой Вифезда, точно так, как только услышит голос, и помазание Твое, подобно возмущению воды, исцеляло любого, какой бы ни был болен болезнью, каким бы проклятием он ни был проклят, какими бы бесами он не был атакован. Свобода приходила, исцеление во имя Иисуса Божия. И пусть, Господи, миллионы людей услышат Евангелие. Миллионы людей, Господи. Миллионы людей, Боже. Пусть устройство Твое будет, пусть Твоя рука это делает. Миллионы людей пусть услышат Евангелие, Боже. Ты соверши это, Боже. Миллионы людей, Господи, пусть услышат Евангелие. И ты соверши это, ты Бог всемогущий. И ты соверши это, и ты сделай это. И мы знаем, что у нас месяц еще на то, чтобы посвящаться, Господи, и вкладывать жертвы в свои изменения, вкладывать жертвы в то, чтобы нам увидеть благоволение Твое, Боже мой. О, Боже, у нас месяц, чтобы спасать души, эти три души. Господь мой, пусть это будет что-то, как действие Твое, не по плоти, но действие Твое в жизни каждого, Боже. И пусть этот саммит, это будет приношение Тебе, Боже, слава Твоя. Пусть он соделан Тобою, будет Дух Святой. Прошу Тебя, во славу Иисуса Христа, во славу Бога Отца. О, Боже мой, мы обещаем благодарить Тебя, славить Тебя, поклоняться Тебе, Боже мой. И пусть в этом году миллионы людей услышат Евангелие. Миллионы людей услышат Евангелие. Пусть каждый человек в миссии осознает себя служителем. Осознает себя слугой. Осознает себя рабом Твоим. Осознает себя Твоим посланником. Осознает себя служителем Твоим. Осознает себя. И мы, как поколение Иисуса Навина, Господь, мы завоюем этот мир для Тебя, и пусть это
в этом году. Пусть это явно начнется. Пусть это... Я знаю, что это будет. Ты мне открыл это, Боже, что это будет, что мы это увидим. Боже мой, спасибо тебе за это, Боже, я благодарю тебя. Ты открыл мне, что в этом году ты будешь делать дело спасения, евангелизации. Боже, спасибо тебе, Господь мой. Пусть твоя благодать прибудет на всех. Мы просто благодарны тебе, зная уже, что ты открыл нам, что ты этот год делал свою работу внутри, а следующий год это будет, это ты будешь евангелизировать. Не мы, но ты, Дух Святой, будешь проповедовать. А мы будем просто проводниками твоими, ходатаями, молитвенниками. Мы будем людьми, которые будем проводниками твоими. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо. Поклоняемся тебе. Благослови, Господь. Я молю тебя, каждого, кто сейчас смотрит, каждого, кто будет смотреть, каждого человека сейчас, Господь, пусть коснется эта молитва, это благословение. Благослови 2022 год, пусть он будет годом побед. И пусть 61 глава Исаии, она реально оживет, оживет, оживет в силе Духа Святого во имя Иисуса Христа. Войди в каждый дом, в каждую семью. Сверхъестественно, Господь, сверхъестественно, Господь, в каждый дом, в каждую семью. Пусть войдет сила Твоя. И как Ты открыл нам еще несколько лет назад, Господь, что придет время, когда Евангелие будет проповедано по всей вселенной. По всей вселенной. Сегодня через интернет это движение начинается. Это движение начинается. Движение Духа Святого начинается. Помазание Твое движется. И мы увидим великие масштабы этого. Мы увидим, как мертвые будут воскресать. Мы увидим, как самые смертельные недуги, они будут просто исчезать во имя Иисуса. Мы увидим измененные жизни, счастливые судьбы. Мы увидим, Боже, как Ты будешь славиться по всей земле, во всех народах. Аллилуйя! Да будет так, да будет так. И мы увидим уже это в 2022 году, как начало. Аллилуйя! Аллилуйя! И Слово Божие говорит нам, 61 глава Исаии, «Дух Господа Бога на мне». Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. Друзья, вот это самое прекрасное время, которое только может быть в жизни. Бог послал и помазал нас проповедовать Его людям, у которых сегодня боль, страх, кошмар. И это время, оно в нашей жизни, это время, оно в жизни других людей. Сегодня это время наступило. Аллилуйя. О, мой Бог, лето Господне благоприятное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. О, мой Бог, и день мщения Бога нашего. Утешить всех сетующих. И день мщения, то есть Бог помазал проповедовать день. Мщение Бога. То есть Бог, Он придет и утешит всех сетующих. То есть утешение придет к людям, которых атакуют. Утешение придет к людям, которые сегодня, возможно, находятся под огнетом, потому что придет день мщения Бога. Бог заступник. Бог тот, который говорит, мне мщение я воздам. И вы знаете, это истина, и она прописана в Слове. И мы не стесняемся этой истины, а мы восторгаемся ей. Потому что Бог великий. Возвестит сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда. О, мой Бог, и назовут их сильными правдой насаждением Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние развалины, и возобновят города разоренные, оставшиеся в запустении с давних родов. И это пророческое слово, что Бог будет делать работу через нас. Он будет восстанавливать что-то, что было разрушено еще века назад, с давних родов.
И он будет восстанавливать, еще роды назад, роды, были проклятия насаждены. Было что-то разрушено в жизни людей, из поколения в поколение это шло. Но разрушение родового проклятия будет, аллилуйя. Амен, аллилуйя. Аллилуйя. И придут иноземцы, и будут пасти стада ваши. И сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и вашими виноградарями. И мы благодарны Богу за это, аллилуйя. А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут и наименовать вас. Самое главное, чтобы мы были священниками Господа и служителями Господа. Тогда все эти обетования сбываются. Это помазание, это провозгласить нужно, потому что это истина. Бог помазал меня провозгласить это. Будете пользоваться достоянием народов и славиться славой их. За посрамление вам будет вдвое. За поношение они будут радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат. Веселье вечное будет у них. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя! Аллилуйя! Ибо я, Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием и воздам награду им по истине. И завет вечный поставлю с ними. Эти два стиха, они так связаны. За посрамление им будет вдвое. Он говорит, потому что я вижу. Говорит, я люблю правосудие, Господь говорит. Ненавижу грабительство с насилием. Но когда мы терпим, когда мы верны, когда мы остаемся слугами Бога, когда мы не соблазняемся, когда мы не разочаровываемся, он говорит, и воздам награду им поистине. Аллилуйя! За то, что мы проходим посрамление, за то, что мы проходим поношение. Послушайте, Писание говорит, он воздаст нам награду по истине. И завет вечный поставлю с ними. И будет известно между народами семя их и потомство их среди племен. Все видящие их познают, что они семя, благословенное Господом. Познают. Все видящие их не узнают, а познают, что они семя, благословенное Господом. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством. Аллилуйя, аллилуйя. Облег в ризы спасения, ибо как земля производит растения свои и как сад произращает, посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. Аллилуйя! Аллилуйя! Вау! Аллилуйя! И я хочу прочитать еще несколько стихов, друзья, очень важных. Пусть это будут пророческие стихи, которые Бог нам дает, я это чувствую. Он говорит 49:17. «Сыновья твои поспешат к тебе, а разорители и опустошители твои уйдут от тебя. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Живу я, говорит Господь, всеми ими ты облечешься, как убранством, и нарядишься ими, как невеста. Ибо развалины твои и пустыни твои, и разоренная земля твоя будут теперь слишком тесны для жителей, и поглощавшие тебя удалятся от тебя». Дети, которые будут у тебя после потери прежних, будут говорить вслух тебе, «Тесно для меня место, уступи мне, чтобы я мог жить». И ты скажешь в сердце твоем, это пророчество в нашу жизнь, друзья, что мы однажды скажем это в сердце, это будет неконтролируемо, но мы поймаем себя на этом. «Кто мне родил их? Я была бездетна и бесплодна, отведена в плен и удалена. Кто же возрастил их? Вот я оставалась одинокая, где же они были?» Он говорит, ты скажешь это в сердце, это говорится не только мне, не только Виктории, это говорится всем служителям, что они увидят невероятное просто множество людей вокруг себя, детей, которые родились через них. Аллилуйя! Духовных детей. Так говорит Господь Бог, вот я подниму руку мою к народам и выставлю знамя мое племенам. И сегодня это интернет-служение. И принесут сыновей твоих на руках, и дочерей твоих на плечах.
и будут цари питателями твоими и царицы их кормилицами твоими. Когда мы будем исполнять, друзья, слово, когда мы будем действовать то, в чем нам говорит Бог, в интернет-служение, то исполнится и это слово, и будут цари питателями твоими, царицы их кормилицами твоими. Лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног твоих. И узнай, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Давай воздадим Богу славу. Аллилуйя. О мой Бог, аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, апостол, спасибо за молитву, за каждое слово, спасибо великому Богу, за каждое чудо, которое только что Он совершил. Дорогие друзья, вы только что пережили действие Святого Духа на себе и сейчас переживаете, и вы обнаружили, что вы исцелены, вы реально только что плакали, сокрушались. Это все действие сверхъестественной силы Божьей. Когда молится апостол, так всегда и происходит. И все, что вам нужно сделать сейчас, друзья, это надо всем рассказать, что Бог Он есть. Присылайте свои фотографии нам, пишите нам, позвоните нам прямо сейчас и расскажите, что с вами случилось. Снимайте себя на видео. Если вы начали делать то, что вы не могли делать раньше, пусть Бог, Он прославится через это чудо. Пусть все узнают, что Бог, Он есть и Он исцеляет болезни. Он дарит свободу пленным. Все можно изменить силой всемогущего Бога. Итак, друзья, прославляйте Бога. И, конечно же, когда вы обнаружили, что вы пережили помазание, что вы исцелены, берите документ, подтверждающий это настоящее чудо. Понимаете, сейчас нужно прямо, знаете, рассказывать всем, рассказывать и делиться со всеми о том, что Бог, Он есть. И как Он мощно действует, исцеляя больных, освобождая пленных через экран телевизоров по всему миру. Во имя Иисуса Христа я разрушаю дух рака. Прямо в этот момент. Дьявольская сила. Убирайся вон! Прямо сейчас! Рака. Был рак груди. Сделали операцию, но раковые клетки, они остались. И во время колледжа она пережила прикосновение Святого Духа. Она поняла, что она исцелена. Она пошла и сдала анализы. И анализ показал, это онкомаркер. Норма 32, у нее 20. Слушайте, дайте Богу славу. Бог творит чудеса на этом месте. Я говорю, новая жизнь. Во имя Иисуса! Каждый из нас имеет задание, вот каждый, кто был на саммите, мы имеем задание. И мы знаем, что самое главное, что нам дал Бог, вот знаете, как камень, да, у нас был праздник послушания, это послушание. И мы должны проявить первый раз послушание вот в чем, чтобы три новых человека привести к Иисусу, примирить с Иисусом. И привести их на этот саммит. Как когда-то Андрей Первозванный, да, говорится, он привел Петра, правильно? Как Варнава привел Савла. Точно так каждый из вас, друзья, он должен привести вот так троих, которые станут этими Петрами, станут этими Савлами, потом Павлами, да? И Бог сделает чудо. Этот саммит у нас будет невероятным, я вам скажу. Невероятным. У нас будет... Амен. 30-е будет юбилей, там нереально будет, просто классно, знаете, интересно будет, здорово.
Я просто верю, что это будет особенный день. Бог приготовил для нас всех подарки. Знаете, вот просто дары свои. Движение Духа Святого. Знаете, а на саммите это вообще будет что-то нереальное. Там и учение будет, там и молитва будет. Я же скоро надо перемолиться за каждого человека. Люди жертвовали там серьезно очень. Я буду молиться за каждого. Послушайте, но кроме этого будет еще и учение, и молитва. Там будет и освобождение, и исцеление. Там будет разрушение всякого проклятия, потому что новая жизнь стартанет просто у многих именно на этом саммите, именно в это время. Аллилуйя. Аллилуйя, слава Аллилуйя. Богу. Да, вообще, что делает Бог? Аллилуйя. Аллилуйя. Впервые миссия возрождения мира приносит Богу жертву благодарения. Сегодня каждый из нас имеет привилегию принести Богу жертву благодарения, чтобы обрести благоволение Божье на свою жизнь. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Левит 22:29. Бог настолько реально может менять жизнь человека. И когда вы знаете об этом, когда вы стремитесь пережить Бога, когда вы не согласны с тем, что Бог, Он как будто бы на страницах Библии, но не на страницах твоей жизни. А нужно, чтобы Бог действовал в твоей жизни. И я вам хочу сказать, друзья, это реально. Это реально. Каждому из нас нужно знать одну вещь. Бог реален. Бог реально меняет жизнь. Сегодня, когда мы говорим «жертва, меняющая жизнь», мы должны знать инструкцию. Чего хочет от нас Господь? Каждый раз, если Бог хочет что-то сделать, Он говорит человеку. И Он говорил Гидеону, Он говорил Аврааму, Он говорил Соломону, Давиду. И останавливались даже самые плохие вещи, которые могли произойти, останавливались посредством жертвы. Приходили благословения, которые не могли бы прийти, но они приходили, потому что была жертва. Есть инструкция, и мы говорим про инструкцию того, как нужно приносить жертву. Давайте мы посмотрим на одного интересного человека. Этот человек – это Исаак. Исаак имел двух сыновей – Исава и Иакова. 27 глава Бытия говорит так. «Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исава и сказал ему: „Сын мой“. Тот сказал ему: „Вот я“. Он сказал: „Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, и пойди в поле, и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде, нежели я умру“». Послушайте, вот здесь мы читаем что-то, ну, жизненно важное для каждого из нас. Во-первых, мы должны знать, вот это 27 глава. Но в 25 главе, посмотрите, что произошло в 25 главе. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. То есть Исаак любил Исава по причине того, что дичь была по вкусу. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: „Дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано прозвание Едом“. 31 стих. Но Иаков сказал: „Продай мне теперь же свое первородство“. Друзья, первородство. То есть первородство – это серьезно. Вот когда человек, он был первородный, то все благословения принадлежали ему. Все, что только вот самое лучшее, принадлежало первенцу. И вот тут Иаков говорит: „Продай мне теперь же свое первородство“. Исав сказал: „Вот я умираю, что мне в этом первородстве“. Посмотрите на реакцию Исава. Он не ценит абсолютно благословение. Он не ценит абсолютно то,
что дает ему право вообще получить все, абсолютно все благословение. 33 стих. Иаков сказал: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанья из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел. И пренебрег Исав первородство. И пренебрег Исав первородство. Теперь давайте подумаем вместе. Исав, он пренебрег первородство. Он говорит: что мне толку, если я умираю? Знаете, вот что мне толку вообще в этом призвании? Что мне толку вообще помогать апостолу? Что мне толку проповедовать Евангелие? Когда у меня сегодня такие проблемы, когда у меня сегодня я умираю от голода, говорит. У меня сегодня кризис. Что мне делать? Какие могут быть жертвы? И вот, знаете, друзья, послушайте, Исав, он не ценил первородство, поэтому он его продал в 25 главе. Но в 27 главе Исаак, посмотрите, он зовет его и говорит: ты первородный, поэтому прежде, нежели я умру, ты сделай мне кушанье, и моя душа тебя благословит. И теперь подумайте, почему Исаак, состарившись, вдруг ослеп? Потому что Бог видел, что Исаак любит Исава. Но Бог Исава не любил, потому что Исав не ценил Божье благословение. И Бог настолько все контролирует, друзья, что я думаю, что когда в 25 главе произошло это событие, и Исав продемонстрировал, что он продает первородство за чечевичную похлебку, у отца начало падать зрение. И оно падало до такой степени, чтобы он не мог различить Исава и Иакова. Если бы он видел, то невозможно было бы Иакову получить благословение. Многие говорят: Иаков – это обманщик, хитрец и тот, который украл благословение. Но Иаков не крал благословение, Иаков купил его. А Исав пренебрег, и Иаков на самом деле пришел забрать свое. То, что принадлежало ему, а не Исаву. Это Исав хотел украсть благословение, потому что он продал его. Но самое интересное, друзья, не в этом. Давайте посмотрим на одну минутку, что Бог, Он сегодня нам показывает через это местописание. Здесь инструкция. И Он говорит, второй стих. «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле и налови мне дичи. И приготовь мне кушанье, какое я люблю». Ключевые слова. Я прошу вас, подчеркните их в своей Библии. «Какое я люблю, и принеси мне поесть». Смотрите, возьми дичь, приготовь кушанье, какое я, говорит, люблю. Потом говорит, принеси мне, чтобы я поел. А потом, какие слова? «Чтобы благословила тебя душа моя». Знаете, не Иса говорит, не я тебя благословлю, не мои уста тебя благословят, а душа моя тебя должна благословить. Это такое благословение, о котором говорил Исаак, оно было такое серьезное. Иаков понимал, насколько это серьезно, что это благословение, оно одно, его не может быть два, оно единственное. И душа, когда благословит, то это делается один раз и навсегда. Но чтобы это произошло, нужно все сделать правильно. И он говорит, возьми дичи, налови, сделай. Он ему дает инструкцию, возьми орудие твое, возьми, говорит, пойди и налови дичи. Другими словами, когда Бог нам указывает на жертву, Он говорит, возьми то, что у тебя есть, твои способности, иди в поле, то есть иди в этот мир и заработай эти деньги. И заработай эти деньги. И принеси, говорит, мне, чтобы, говорит, я пережил от этих денег удовлетворение.
Закрой глаза. Пропитайся осознанием того, что ты сам по себе безнадежен, обречен, не можешь изменить ничего. Признай, что ты на 100% обреченный грешник. Затем наполнись осознанием того, что благодать Иисуса Христа, Его подарок, незаслуженный дар – это Его праведность и прощение. Представь, как Его прощение направляется к тебе от престола Божьего. Прощение – в этот момент это все, что тебе нужно. Дорогой друг, заказывай прямо сейчас шестую книгу апостола Владимира из серии книг «Четвертое измерение» и открой для себя «Мир благодати». Заказ можно оформить по номеру +38 067 865 60 26 или в Инстаграме по аккаунту Revival of the World. И, конечно же, друзья, я не могу не воспользоваться возможностью, потому что совсем скоро, уже 31 января по 2 февраля, будет проходить саммит «Четвертое измерение». Люди со всего мира собираются делегациями, чтобы приехать в Киев на это время и участвовать в этом саммите. Он будет проходить во дворце Украина. Мы приглашаем каждого из вас. Если вы еще ни разу не слышали о саммите «Четвертое измерение», вы можете прочитать всю подробную информацию в описании под этой ссылкой. Потому что на саммитах «Четвертое измерение» будет много молитвы. Много молитвы за исцеление. Много молитвы за изменение жизни, за обновление ума. Саммит «Четвертое измерение» – это буквально трамплин в новую жизнь, это дверь в новую жизнь. Поэтому пишите, звоните нам прямо сейчас, если у вас есть вопросы, и мы все с радостью объясним и расскажем вам. Итак, передача «Время на сейчас», она уже подошла к концу, но уже завтра в 21:00 мы встретимся с вами вновь, чтобы переживать славу великого Бога. Пока! Самое ожидаемое событие этой зимы. Иисуса освобождаю. Дух Святой нас собрал здесь, чтобы полностью освободить. Косни. Международный саммит «Четвертое измерение». Это начало всех перемен в твоей жизни. Это изменило мою жизнь. С этого момента стало все по-другому. Множество людей из разных уголков Земли соберутся для участия в масштабном событии. На этом саммите сатана поражен! О, во имя Иисуса! Зло! Он будет оборачивать добро! Апостол Владимир и Виктория Мунтян будут молиться за каждого участника саммита. Косни! Дьявол, тебе пришел конец! Во имя Иисуса! Киев, Дворец Украина, с 31 января по 2 февраля. Наша жизнь полностью изменится. Регистрация на саммит по номеру телефона 067-550-34-24 или заполни форму по ссылке в описании. По адресу улица Большая Васильковская, 103. Станция метро «Дворец Украина».